Здарова, друзья мои, с вами снова Джексон, это вот я, вот этот чувак, и мы продолжаем прохождение Bang on Balls. Нам осталось победить босса викингов, он у нас вот там где-то далеко, но для начала нам нужно отсюда выбраться. Что вы делаете? Демоны, отвалите. Я хочу вот забраться вот сюда и все, у меня тут нужные дела. Все, я все забрал, можно втекать, я не хочу с этими бурковатыми упырями общаться. Мне надо теперь как-то отсюда по-быстрому вырваться. А, ну, собственно, вот он этот. А, это босс викингов? А, нет, это не босс викингов, это наш король. Или кто? Что? А, это ловушки. Ё-моё, как я сразу не понял-то. Вот он этот мизинчик. Вот, видите, да, втыкает очень больно. А, давай. Хоп, раз замок. Сейчас мы короля освободим. Два замок. Все разнести, все сломать. Так, и вон третий. Третий замок. Это все? Да. Или кто это? Или что это вообще такое? Привет, мужчина. Ты кто? Ты кто? Рекс Либра Эст. Нормально он разваливает. Слушай, можно я буду такой же большой, как ты? Я надеюсь, он всех сейчас их порвет. О! Слушай, он нормальные вещи делает. Давайте пойдем за ним. Веди меня, дядя. Ты большой и толстый, с тобой не страшно. Нормально тут крушит все. Давай. И чё? То есть стены ты ломать можешь, а вот эти замочки только я, что ли, могу ломать? Все отлично, и это мы вышли. А, это мы вышли где-то в лесу. Где-то в лесу друидов, видимо. Да? Да, видимо, да. Видимо, да. Тут кто-то шуршит в кустах непонятный. И чё, дядя, ты так и будешь теперь тут грустить? Ну, грусти дальше. А мы будем искать босса викингов. Так, босса викингов вот там. Босса. Его так зовут? Босса. Почему он босса? Что нам еще нужно сделать? Побочных у нас... Три клетки еще надо найти с захваченными пленниками. Я что-то вроде так дофига их нашел, и они еще, видимо, где-то остались. Да, фоткай меня, пожалуйста. Фоткай меня. И они вот, когда тыкаешь вот этот радар, они, блин, не обозначаются. А еще меня очень интересует вот эта штука. Я ее нашел еще в прошлый раз. Правда, за кадром. Я не могу понять, что это. В частности, я не могу ее открыть. Потому что, ну, она не разбивается, как видите. Она не разбивается. Зайти я в нее не могу, если только может быть вот оттуда сверху как-то. Но я не понимаю, как залезть на эту гору. Вот как-то так. Так что надо будет это место запомнить и обязательно к нему потом вернуться. А, так, босса, ты где? Босса. Босса, босса там в деревне теперь, что ли? Ничего себе. Так, раз там босса в деревне, надо найти человечка. Надо найти человечка, который мне продаст топор. Я забыл, где я его нашел. Он, по-моему, где-то вот там, в той крепости. Ты что здесь делаешь? Слышь, я тебя убил вроде. Вот дает, а? Ну давай, ответь мне. Слабо? А, башара. Ну и фу на тебя. Не буду на тебя даже время тратить, блин. Так эти упыри тут выпрыгивают. Ай! Отвалите. Да-да-да, искупайтесь, придурки. Вот как раз он, погода портится. Прям для вас. А, шел ты в воду.
уходи. И ты уходи. О, кстати, тут наверху что-то появилось. Это, скорее всего, шапочка. Вау. А мощные молнии? Мощные молнии, мне это нравится. Так, босс. А, босс-то, слушайте, вон он здесь прям... прям совсем рядом. Не, слушайте, наверное, за топором я не пойду. Или все-таки сходим? Нет, я все-таки схожу за топором. Потому что, мало ли, он как-то... как-то поможет. Прям вообще офигенский. И мы с вами отправимся бить босса. Не смог я найти этого чувака с топором. Ну да пофиг. В общем, чтобы вызвать босса викингов, нужно дунуть вот в эту штуку. Давайте сначала развалим всех вот этих мелких чуваков, которые нам здесь будут мешать обязательно. Так, давай засасывайся. И давай треснем в эту штуку. Ту-ту-ту-ту, я думал. Ейиху мать. Это что? Твою мать, а что с ним делать? Мужик, а что с тобой делать-то? Ты почему такой большой? На тебе, врывится. Я не знаю, что я сделал. Но я его стукнул. Слушайте, я его стукнул. Серьезно. Давай еще раз. Тыц. И убегаем. Ой, а что это? Что это такое, я не знаю. Это какие-то шарики. Он хочет меня ударить. Они возвращаются к нему. Это хпшки, их надо разбивать. На. Я ему всадил. Стой, хпшка. Есть, разбил. Так, еще раз. Еще, отлично, разбил. Ой, так он, слушайте, он изичный, в принципе. Он, в принципе, изичный, если все так будет проходить. Отлично, разбил. На тебе еще последнюю. Да, вы видали, как он уменьшился? Он уменьшился, да, отлично. Тыц, еще раз. Бам. Ой, его, кстати, можно водить по этому полю. Тут же эти чуваки есть. Все, кыш. Можно будет в него, допустим, плевать вот этими хреновинами мелкими? Да давай уже, блин. Где вы? Штука, штучка. А, блин, какого черта ты сразу-то взорвался? Так, отлично, засосал. Еще одно. Куда побежал-то, Слышь, мудила. А ну, стоять. А ты че, куда, блин? Сюда иди. Ща, видал, какой у меня щит огромный? Ща, я тебе нашкандыбаю. О, он маленьких пиздюков вызвал. Надо их развалить по-быстрому. Еще что ли? Так. Блин. Он опять попал в меня. И застанил, короче. На тебе. Блин. У меня один хп. Точнее, уже два. Этих говнюков, блин, надо развалить. А чё меня бьет так больно, блин? Это вообще так-то не изи ни хрена. Так, давай, вот ты, чтоб не мешался мне потом. Иди сюда, тварь. Вот так тебе. Так. Вон этот говнюк. Тебе тоже врыло. Чтобы мама не отмыла. На, в стену. Тебя тоже по голове.
сам себя еще ошпарил, наверное. Ну, я на этом надеюсь. Так, минус хп. Еще минус хп. Отходим, отходим, отходим. ХПшку собираем, собираем. Еее, я большой. Ага. А, я маленький. Я маленький. Не бей меня, тварь. Это меня грел. Блин, говнюки мелкие, отвалите. Сколько можно? Да блин. Это просто нечестно. У него куча помощников. Так, где он? Только что был здесь. Опа. А в чем? В смысле, а почему я рядом с ними тоже могу так очень высоко прыгать? Типа это какая-то местная магия? Магия рептилий. И бегаю я быстро очень, когда рядом с ним. Так. Ай, блин, да твою маму! Ай-яй-яй-яй-яй! Опять убили, опять убили, опять убили. Нет, 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 не убили, не убили, не убили, не убили, не убили. На, еще одну выключил. Вот этих говнюков надо выключить. Как-то. Очень быстро. Какого черта вот я один? Почему мне никто не помогает? Почему у меня нет какого-нибудь, не знаю, местного Санчо Панцо там, или кто там помогал этому Дон Кихоту? Санчо Панцо же, по-моему, его звали. Как раз имя подходит. Давай сюда. Давай, давай, давай. Блин, он меня спалил, тварь. Нафиг, нафиг, нафиг. Да что ж такое-то, а? Но эти фиговины, блин, не особо важны. Они вокруг меня скачут, скачут, скачут. Потом вкатывают мне, блин, на тебе. Еще раз. Так, все, этого я выключил. Так, вот еще один летит. А, в смысле, а почему он? Почему они в текстурах сидят? Что за нахрен? Вот он прыгнул. На. И еще раз. Так, вон, кстати, одна из его хпшек лежит. Блин, они не кончаются. Они не кончаются, на них, похоже, надо просто наплевать. И от этой херни не убежать, что ли, получается. Так, есть, выключил. Пошел ты. О, нет, все-таки увернуться можно. Надо оставлять типа два прыжка для себя. Так, вот он опять бьет. Вот, отлично. Ага, давай иди сюда. Слушайте, какой он мощный, капец, блин. Огромный. Так, две. Отлично. Ай, давай, быстрей, быстрей, быстрей. Есть, минус две. Есть, еще одну выбил из него. О, нормально. Выхлестнул. Кучу хп. Блин, опять. Не бейте меня. Не смейте меня бить. Так, уходим, 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 уходим. Уходим, уходим, уходим. Ё-моё. Блин, на какое большое расстояние он бьет. Давай. Ай, сзади, нечестно. Эти говнюки, блин, один хрен появляются. Они из него так же точно выпрыгивают, как, блин, и из всех остальных. Поэтому отходить, типа, чтобы их убить,
Это вообще бестолку. Надо просто идти на него и все. И выбивать из него хпшки. Так, вот хпшка. Вот хпшка. Есть, убил хпшку. Отлично, убил хпшку, убил хпшку. Вот еще одна хпшка. Есть. Самое главное, я успел ее. Я успел ее достать. Я успел ее достать, а я бессмертный воин викингов. Или защитников, не знаю. Поэтому мне вообще похеру. Я могу умирать сколько влезет. Завалим трупами весь этот пляж, блин. Сюда идите, прыгучие ублюдки. Так, он что-то опять в море пошел, кстати. Он сейчас что-то шайтанить будет, по-моему. У меня жопа горит, походу. Смотрите, видите? Опа! На тебе по жопке. На тебе. Так, выключил. Так, еще одну убрал. И я даже спас его, посмотри. Так, нет, он здесь был с щитом. Ай-яй-яй, он засасывает. Или мне показалось? Он что-то там... Он что-то делал там, не знаю, меня туда засасывало. Ёп! Твою! Ты, мужик, что делаешь-то? Ёп, ты раз это... О, да-да-да. Опа. На тебе. Ай-яй-яй, убегаем. Он в меня сейчас еще молотом, блин, начнет кидаться. Тогда вообще будет весело. Ну, точнее, не весело, наоборот. Давай. Есть, еще одну выбил. Теперь он решил меня раздавить своей жирной задницей. А, блин. Мужик, прекращает. Блин. Ну, конечно, жопа у него жирная. Просто огромное, он меня на таком расстоянии зацепил, это капец. Кто-нибудь читал, сколько раз мы уже умерли? Я нет. Так, у него осталось 3 хп и одна толстая ячейка. Блин, он задел все-таки. Так, отходим. Так. Блин. Одну выбил, но она ускакала обратно к нему. Пошел ты. Да блин. Эти ублюдки вообще добивают, капец. Ну, которые его, блин, помощники. Офигеть. У меня размазал, у меня аж лицо белое стало. Ну, у этого, у контрибола моего. Так, давай забираем. Это, конечно, не особо необходимо. Да блин, а почему? Я же увернулся, блин. Жирножопая скотина. Давай, убегай. Надо добить штуку. Блин, она к нему прилетела. Все. Стой, надо забрать ее, забрать. Нормально. Впечатал меня просто. Но я готов. Мужчина, стоять. Мы с тобой не закончили еще. Смотрите. Я не ожидал от него этого удара сейчас. Что-то как-то быстро получилось. Но, по-моему, это стрёмно. Одна жизнь за одну клеточку хп. Ну хотя мы сражаемся-то вроде как типа с богом. Это ж получается Тор или Один, не знаю, может быть. Типа босс викингов, так кто? Ну и главное божество Один, наверное. Твою мать. Еще и по голове. Не он так его, говнюки. Давай, контрибольчик, давай, мой хороший. Осталось совсем чуть-чуть. Мне бы вот где-то хпшечку бы найти. Чуткачок хотя бы. Блин, все-таки огрел. Я вроде вовремя ушел с пути. А, пошел ты. На тебе еще раз.
Так, эту хп-ху забрал. Да блин, ну ё-моё, реально получается одна смерть на одно хп у него. Он в принципе не сложный, нужно вовремя уворачиваться и... Да чтоб так... В смысле, а как два раза-то? Почему два раза? Кто меня два раза сейчас ударил? Ну это совсем не серьезно. У меня изначально 3 хп. Так, в деревьях тут нигде хпшка не застряла. Всякое бывает. Давай, иди сюда, блин. Уйди, блин. Так. Блин. Эта хпха сейчас к нему... Нет, она разбилась. Нет, она возвращается к нему. Она возвращается к нему. Стой, хпшка. А ну, стоять. Блин, он ее забрал. Так, одну. Да что такое-то, блядь. Так, надо посмотреть, есть ли здесь где-то хпшка. В деревьях, может, или в кустах. Или, может быть, где-то в деревне. Пошли нахер, свиньи. Так, вот там еще один, но там большой. Нет, здесь тоже в деревьях нифига. Я посмотрю, может где-то здесь на поле боя завалялся. Нет, не завалялся. Так, что, где он? Вон он там шляется. Сейчас проверим, может правда где-то на поле боя лежит. Потому что приятнее бы было хотя бы с 4 хп против него бомбить. Сколько тут моих камней, которые я тут понаоставлял. Раз. Да, блин. Есть. Фу, блин. Отлично. Есть. Я сделал эту тварь. Отлично. Прекрасно. Невероятно. Да, чуваки, радуйтесь, я спас вас, ура! Уи-уи-уи. И у меня есть молот, кстати, смотрите, у меня есть молот. Ой, что это? Что происходит? Что происходит? А, это я типа закончил эту главу. Типа я выполнил основную цель, но я не выполнил дополнительные. А именно у нас осталось где-то 3 вот эти хреновины. И аж пленок. Мы целых 8 штук не нашли еще. То есть, ну, пленки-то, я думаю, мы найдем. Пленки вон они отмечены. Видите, желтый. Раз, вон 2, вон 3 пленка. Туда, кстати, надо зайти. 4 в замке где-то пленка осталась. Не знаю, где она там, правда. Я обязательно сюда за ними зайду, но я хочу посмотреть другой уровень. Я обязательно за ними вернусь. Так, а кстати... У меня теперь есть шапка Тора, наверное, да? И щит Тора есть вот этот. Давайте его возьмем, он прикольный. Шляпа. Ух, брутальная. Шляпа вот этого говнюка есть с бомбами. Еще бы вот, если бы я ее надевал бы и мог кидаться бомбами, тогда да. Но нет, мы будем бегать с пивашкой. А оружие, оно, судя по всему, ни на что, хотел сказать, ни на что абсолютно не влияет. Но походу влияет. Оно накапливает электричество. Вот, видите? Оп, я могу застанить кого-нибудь. Чувак, давай я тебе... Где ты там с автоматом не мог разобраться? Давай я тебе помогу. Так, не. Фу. Давай я ему всеку. Нет, не срабатывает. О, давайте режиссера по жопе огреем молотом Тора. Ха-ха, на тебе по жопе. Так, у нас есть, короче, 6 пленок. А давайте посмотрим, что вот здесь. Что у нас вот здесь? Опа! Дикий запад. Дикий запад, ребята, серьезно. Так, хорошо. А что у нас, допустим... Ну, давайте вот противоположную откроем. Вот ему давайте снова дадим по жопе, чтобы он не выпендривался, тут не ходил.
давай. Раз, два, три. Мы как раз израсходовали все 6 штук, которые мы нашли там. Я потом вернусь, обязательно найду другие. Вау, что это? Япония или Китай? С ниндзя вон. Ха, блин, слушайте, классно. Слушайте, это очень классно. А чё посмотрим? Дикий Запад или ниндзя? Дикий Запад или ниндзя? Давайте Дикий Запад посмотрим. Я хочу посмотреть, что на Диком Западе. Заткнись, не мешай мне, я работаю. Я работаю, ты не видишь, я работаю, в отличие от тебя. Ты тут ходишь такой вальяжный, жирный, огромный, а я маленький такой тут мир спасаю. Мать твою. Это что? Это что? Это понятно, декорации. Я хочу наверх, там, там штука. Там штука, которая мне нужна. Вау, че я могу? Вот это круто. Вот это вы видели, да? Так что в оружии-то есть смысл, получается. Опа. А как? А как мне наверх-то попасть, блин? Я почему-то подозреваю, что мне как-то наверх через вот эту особо жирную дамочку надо попасть. Так, вот так вот, походу, это надо было сделать. Ей! Так, и у нас теперь тематическая шапочка для Дальнего Востока. Для Дикого Запада, блин, Дальний Восток. Дальний Восток и Дикий Запад. Все. Давайте одеваем тематическую шапочку и. А, он еще under construction! Мать твою! Что за обман? Что за обман, вашу матерь? Ну-ка, нате, режиссер, ты почему меня, тварь, не предупредил, что она еще under construction? Я, блин, и не заметил, слушайте. Да, смотрите, здесь тоже under construction. То есть они еще типа в разработке. Игра же в альфе. Игра еще находится в альфа-версии. Причем в довольно ранней альфе. Ну, смотрите, даже для ранней альфы здесь довольно много контента. Но, похоже, здесь нам доступен только... Нам доступен, походу, только первый уровень вот этот. И, не знаю, возможно, вот этот второй, но я открыл те. Но я открыл те. Хм. Ну что ж, ладно. Тогда я как-нибудь на досуге схожу, заберу еще 3 штучки пленок, и мы с вами откроем вот этот уровень. А пока вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте. И увидимся с вами в следующих сериях прохождения Bang on Balls. Пока-пока.